Всем привет! В этом видео я покажу, как проверить работоспособность вашего жесткого диска, если компьютер перестал загружаться. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Покажу, как можно быстро его просканировать с помощью бесплатного программного обеспечения и узнать точно, произошел сбой в работе жесткого диска или тому есть другая причина, проверить его набитые сектора и другое. Если при загрузке вы видите подобную ошибку и система дальше не грузится, воспользуйтесь бесплатной утилитой Hirons Boot CDPA. Это дистрибутив для аварийного восстановления, который помимо проверки жестких дисков имеет набор утилит по восстановлению данных, операционной системы, антивирус и других программ. Скачать ее можно с официального сайта, ссылка будет в описании. После скачивания нужно будет создать загрузочную флешку с этой утилитой. Здесь на сайте есть специальная программа, которая вам в этом поможет, и есть инструкция по ее использованию, но к сожалению на английском языке. Чтобы загрузить программу для создания загрузочного диска, нажмите здесь вкладку USB Booting и скачайте ISO USB. Подключите флешку к компьютеру, запустите программу. Выберите здесь ваш USB накопитель и укажите путь к образу, который вы скачали ранее, а затем нажмите Process. Этот процесс не займет много времени. Затем в BIOS нужно будет установить приоритет загрузки с USB флешки. Как это сделать, можете посмотреть в другом нашем видео, ссылка на него будет в описании. После загрузки вы увидите рабочий стол, похожий на Windows 10. Здесь откройте папку Utilities, Hard Disk Tools, Diagnostic. В этой папке запустите одну из утилит, к примеру, Data Lifeguard Diagnostics. Примите условия лицензионного соглашения и нажмите Next. Чтобы проверить накопитель или посмотреть состояние Smart, выделите устройство, а затем выберите значок в верхнем ряду или кликните по нему правой кнопкой мыши. После того, как вы нажмете на значок «Выполнить проверку», отобразится окно, где вам будет предоставлены следующие пункты меню. Быстрая проверка. Выполнять быструю проверку самонакопителя по Smart для сбора и проверки информации Data Lifeguard. Тщательная проверка. Выполнять полное сканирование диска с целью обнаружения дефектных секторов. Продолжительность этой проверки зависит от емкости накопителя и может составлять до нескольких часов. Erase. Перезаписывает содержимое накопителя нулями. Имеет два режима – полное и быстрое стирание. Файловая система и данные на накопителе будут утрачены. Просмотр результатов проверки отображает результаты последней проверки. Прежде чем начинать один из тестов, рекомендуется сделать резервную копию важных данных, так как они в результате проверки могут повредиться и будут утеряны. Выберите вид проверки, который вы желаете выполнить, и нажмите кнопку «Старт». По завершении процедуры вам будет выдано сообщение о том, прошел ли проверку данный накопитель, а после нажмите кнопку «Закрыть». Утилита G-Smart Control анализирует данные смарт-диска, определяет состояние его здоровья, а также выполняет разнообразные тесты на нем. Она автоматически сообщит и выделит любые проблемы с диском, покажет подробную информацию о накопителе, атрибуты, статистику. Здесь можно выполнить тесты, посмотреть лог ошибок, температуру и другое. HDTune – еще одна утилита для жесткого диска или SSD с множеством функций. Она может использоваться для измерения производительности привода, проверки ошибок, проверки состояния работоспособности, Smart, безопасного удаления всех данных и тому подобное. К примеру, можно выполнить быструю проверку диска на наличие битых секторов. Для этого выберите эту вкладку, отметьте быстрое сканирование и нажмите Start. После вы увидите, присутствуют ли на данном диске поврежденные блоки. Они будут обозначены красным цветом. Во вкладке «Информация» вы увидите всю доступную информацию о диске,
С помощью этих утилит вы сможете точно убедиться, связана ли проблема загрузки ПК с жестким диском. Убедившись в том, что ваш диск поврежден, можно попытаться его восстановить. Воспользовавшись браузером, вы сможете скачать утилиту для лечения жесткого диска, к примеру, приложение Victoria. У нас на канале есть отдельная видеоинструкция по использованию данной программы. Или же проверить и исправить ошибки, используя команду chkdsk. А если с диском все в порядке, а повреждена операционная система, здесь есть неплохая утилита для восстановления ее работоспособности – LazerSoft Windows Recovery, где всего в один клик можно решить проблемы загрузки операционной системы Windows. Или же воспользоваться другими функциями данной утилиты. Выполнить проверку диска на ошибки с помощью CheckDisk не нужно будет вводить никаких команд, достаточно только нажать несколько клавиш. Можно запустить восстановление реестра, выполнить проверку памяти и даже узнать лицензионный ключ операционной системы, который понадобится вам в случае переустановки системы. В этом LiveCD есть множество утилит, которые будут полезны в случае неполадок с компьютером. Единственный минус – интерфейс системы и программ предоставлен на английском языке. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.